Газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в разведке 16 мая написала о том, что у одного лишь Хамаса есть в наличии до 6 тысяч ракетных снарядов. Еще 8 тысяч ракет у группировки «Исламский джихад», с которой Хамас сотрудничает. И мы приглашаем вас сегодня вместе с нами провести это небольшое расследование и попытаться все-таки разобраться, кем на самом деле является Хамас – активистом или террористом.